Меня зовут Дарина. Зовут меня Константин. Меня зовут Таня. Меня зовут Галина. Я пришла на курс продвижения в Инстаграм. Так как я работаю с продвижением артистов и исполнителей, я уже в ходе начинаю использовать таргетированную рекламу. По мне, у данного курса есть гораздо больше сильных сторон, чем просто разработка сайта. Само выступление меня никак не пугало. Многие там моменты я не знала, скажем так, они позволили мне улучшить качество работы и, что главное, скорость работы. Этот курс мне дал, как бы, моя самооценка повысилась в том смысле, что, я не думала, что после 10 лет я смогу все-таки вернуться в дизайн. Очень интересные ребята, позитивные. Динамично все проходит, в то же время очень серьезный подход, просто замечательно. Все очень доброжелательно относятся, все абсолютно все с пониманием. Ничего никто не требует, просто выйди и скажи, что ты хочешь донести. Все-таки жизнь, она одна, и если даже вам кажется, что вы к этому не совсем готовы, все равно брать, пробовать, потому что опыт, он придет.